Усадьба Сулистровских в деревне Комарово Мядельского района Минской области относится к первой категории исторического наследия страны. Здесь был одноэтажный дом, построенный в стиле модерн, большой уютный парк, въездная аллея, кузница-амбар, винокурня и специально разработанная и установленная водная система. Сейчас в идеальном состоянии сохранились два флигеля и хозяйственные постройки. Прикоснуться к быту белорусов можно с помощью увлекательной экскурсии в дом садовника и других рабочих. Сохранилась и школа 1935 года. Почувствовать дух эпохи можно и в помещичьем доме. Начало строительства имения относится к концу 18 века. Тогда основателями усадьбы стали представители литовского шляхетского рода Сулистровских, которые занимали высокие государственные должности в Великом княжестве Литовском. Например, Христов Сулистровский занимал место генерального маршала Литовской конфедерации, Алоизий Сулистровский служил писарем ВКК, а его сын Казимир некоторое время считался минским губернатором и являлся членом масонской ложи «Северный факел». Сулистровские, помимо нескольких шикарных усадеб в Беларуси, имели свой собственный дворец в Вильнюсе. С конца 19 века в их владение переходит местечко Комарово со всеми постройками. В основном практически все усадебные комплексы состояли из одних и тех же построек. В каждой резиденции дворян был двухэтажный или одноэтажный дом, чаще каменный, парковая территория и необходимые хозяйственные постройки. Почти вся территория бывшего парка сохранилась до наших дней. Здесь было немало прудиков и многочисленных каналов. Вместе с деревьями и другой растительностью это создает приятное природное окружение. Не зря сулистровские так любили гулять в парке и проводили здесь все свое свободное время.